Отопление отсутствует, освещение на последнем дыхании. Единственный существующий приют для животных на Ринмаре, хоть и неофициальный, но все же работает исправно. Свои функции выполняет. Уже в следующем году четвероногих ждет новоселье. В 2014-м построят новый питомник. Теплый, уютный, чистый и просторный. Собакам в радость. А пока бездомных лохматых будут помещать во временный приют. Это будет как бы более легкие помещения, будки построены, будет ограждена территория. Вот. Но постараемся. И туда будут помещаться эти собаки, да, после отлова. Да. Временное сооружение возведут вблизи городской свалки. Новый полноценный приют появится там же. По предварительным данным, строительство нового питомника для собак оценивается более чем в 40 миллионов рублей. Площадь территории более 3000 квадратных метров. Вольеры, отдельные площадки для выгула. Словом, разгуляться псам будет где. Появится и новый квалифицированный персонал. Штатное расписание ввести новые единицы. Это будут и ловцы животных, и рабочие по уходу, содержанию животных. Также сторожа будут, охранники. До недавнего времени отловом беспризорных собак занималось городское хозяйство Наринмара. Теперь станция по борьбе с болезнями животных и МЧС. Именно они будут обрабатывать заявления от пострадавших граждан и принимать меры по поимке беспризорных псов. Олег Танзейский, Вадим Носкин, телеканал «Север».